Всем привет, друзья, с вами Бэтчи на ВК, и сегодня пришла вот такая посылка. Даже не знаю, что здесь находится, по идее пришла с Байконца. Потому что белый пакет это всегда... не Байконц, Тинидил, скорее всего. Да, скорее всего, с танкиного магазина. Оценили в $3.54. Написано, что здесь make up item 2 штука. Не знаю, что это вообще такое. Ну, давайте, не буду вас томить, и открою. Открою, что здесь такое находится. Канцелярский нож не пригодился. Оба-на, что это такое? Без понятия, я такое даже не заказывал. Не понял, что это за градусник какой-то. А что это такое? Не, правда, что это такое? Ой, господи, что-то тут крутится. А что это такое? Все, вспомнил. Это мне Тинидил прислали подарок, в общем, на пробу взяли. Да, точно. Это, короче, карандаш для отбеливания зубов. Вот так вот он выглядит. Металл, что ли? Металлический корпус такой холодный, очень холодный. Ну не знаю, друзья, все его хвалят. Все, я вспомнил, да, это карандаш для отбеливания зубов. Вот так вот он выглядит, тут крутится, я так понял, когда жидкость вот здесь вот видите, находится. Походу, когда она тут заканчивается, вы здесь крутите и на зубы наносите этот гель. Все его хвалят, все говорят, что хорошо работает, уже через 2 недели говорят, что есть результат. Ну, не знаю. Будем пробовать, что это такое, не знаю даже. Потом отпишу, что это да как. Все, я понял, что это за посылка, да, писали. И есть еще вот такая вот фишка. Вы, наверное, в шоке, да, что это такое, что это за тряпка какая-то. Да нет, друзья, это не тряпка, это татуировка, смотрите. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она тянется. Ну, то есть, смотрите, вот сейчас я надену. Такой чулок, можно сказать. Сейчас, чтобы не порвать. Блин, а я часах. Надо часы, наверное, снять, а то, не дай бог, порву. Потом будет плохо. Очень будет плохо. Так, давайте надену. Сейчас, секундочку. Неудобно на камеру показывать. Ну да, ничего так смотрится, я вам скажу. Прикольно. Потом выложу фотки, посмотрите. Да, четко, конечно. Смотрится, я вам скажу. Прикольно. Даже. Фотки потом я вам скину. Посмотрите либо ВКонтакте, либо еще где-то. Сейчас я часы надену, чтобы вы поняли, как оно выглядит. Ну, прикольная такая фишка и недорого стоит. Можно так взять, чисто пофоткаться и все. Даже некоторые, я слышал, берут там в клубах тусят и так далее. Ну вот, друзья, как будто у меня татуировка, видите? Часы вот тут надел, и оно не видно, да? Фук-фук. Вот так вот. Посылка получается, я вообще не знаю, как она шла. Больше тут ничего нету. Ну, по идее, быстро дошла. Потому что мы не заказывали, это нам прислали. Чисто как подарок. Вот так вот. Ну, ничего такая, да? Реально как набитая. Ну, ладно, друзья. Спасибо всем за обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждем очередных видео. Всем пока. Damn near killed you, and this is how you remind me.
Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me.